Приветствую на канале «Правильный выбор». В этом видео речь пойдет о газовой варочной панели Hotpoint Ariston PCN641IX. Если вы еще не подписались на канал, рекомендую это исправить. И обязательно активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового ролика. Ссылки на выгодные цены и полные характеристики оставлю в описании. Буду рад поддержке, пишите комментарии и ставьте лайки. Газовая варочная поверхность изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует не только достойный внешний вид, но и простоту в уходе, а также долговечность. Тяжелая чугунная решетка не деформируется со временем, поэтому посуда всегда будет стоять на ней ровно и устойчиво. На время уборки она легко снимается. Если жидкость во время готовки вытечет, то не растечется по всему столу, благодаря наличию достаточно высоких бортиков. А конфорки подняты еще выше, поэтому пламя не погаснет. Четыре горелки, одна из которых самая крупная, имеют тройную корону, что обеспечивает равномерный подогрев дна посуды. Их расположение несколько необычно. Конфигурация решетки позволяет подогревать пищу в емкостях с самым малым диаметром дна. Панель управления расположена спереди, что обеспечивает легкий доступ к необходимым настройкам. Удобные поворотные переключатели позволят вам с легкостью пользоваться этой газовой панелью. Продуманный контроль нагрева и розжига позволяет с помощью поворотно-нажимной ручки мгновенно зажечь конфорку и тут же приступить к готовке, не тратя при этом лишнее время. Если пламя конфорки случайным образом погаснет, инновационные технологии определят это и автоматически прервут подачу газа. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Легкие конфорки. Шнур без вилки. Приходится чистить электроподжиг от окисления. При монтаже крайне ровный. Герметик в комплекте не совсем хороший. Довольно ляпистая, после каждого приготовления надо протирать. На поверхности появились затертости. Короткий электрошнур поджига. Теперь перейдем к положительным. Отличная плита. Очень удобно в уходе. Удобное расположение конфорок. Поверхность легко чистить. Варочная панель с рамкой, если что-то убегает, остается на варочной панели, а не течет на столешницу. Чугунная решетка легко снимается и моется в раковине. Удобный автоподжиг прямо у переключателей. На сегодня это все. Пишите свои впечатления в комментарии, а также ставьте лайки в поддержку канала. Под видео в описании оставлю подборку ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. А чтобы не пропустить выход нового видео, включите колокольчик и подпишитесь на канал. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».